Добрый день, дорогие друзья! Я снова нахожусь в районе Кудепста на рынке Аннушка. Хочу показать вам, что здесь есть интересного, какие цены. Вот мясо готовое, шашлыки. Ну, разные цены. 300 рублей, тут 360, 350, свиное, да, ребро, окорок. И все тут, ну, разное есть, баранина. Также есть и свинина тут, говядина. Ну, раньше, когда я в этом районе жила, да, я довольно часто была на этом рынке. Сейчас все реже. Также вот есть здесь домашняя утка, домашняя индейка. Именно привозят, ну, с домашнего, так сказать, фермы. Не очень много, но понемножку привозят вот таким образом для любителей мяса. Я ем мясо, но говорю, сейчас не так много. Но хочу рассказать даже не о том, а именно то, что мне на этом рынке вообще больше всего нравится, покорило. Вот покажу, что еще тут есть. Морковка, арбузы, цены разные. Видите, да, какие цены. Ну, опять же, тут, допустим, могут разные, да, помидоры быть. Ну, и качество, и кто производитель. Та же Кубань 150, да, где-то там с другого, да, так сказать, округа или сорт огурцы 120. То есть, может быть, там и 180 помидоры. Ну, разные цены. Но то, что мне здесь больше всего нравится, вот видите, яблоки 65 можно найти, слива 200 рублей. Хочу показать еще то, что я вообще тут очень люблю. Много всего тут можно, овощи, фрукты выбрать, приправы и чаи мне очень нравятся. Это можно и на подарок, и домой взять, то есть они действительно очень качественные, ароматные. И также мне нравятся сырые йогурты. Может быть, они не дешевые, но они домашние. Сейчас тоже все вам это покажу. Так, здесь также рыба имеется, черхела знаменитая. Ну, выпечка разная и всякие сладости, да. Ну, тоже неплохие, но я именно, ну, свою точку зрения говорю, и то, что у меня уже тут и туристы брали, и сколько я всегда брала, и мне, конечно, покорила, так сказать, молочка. А также вот можно такие приправы взять, Адлер, Сочи с любовью, то есть они очень стойкие, так сказать, их чуть-чуть добавляешь, ароматные, и, ну, я лично брала, да, даже когда в другом городе была, то есть я брала вот эти приправы, даже хочу сказать, что мне так много осталось, что я посылкой обратно даже забрала, потому что они качественные, и действительно, ну, их чуть-чуть добавила, все, и там сверху вот это перец насыпан, дальше еще что-то. Также здесь вот всякие разные мои любимые солености, обожаю их. Ну, вот про что я говорила, тут сырые. Тоже кто любит всякие косички, вот такие сыры, довольно вкусные. Также всякие разные стандартные продукты, как и везде, есть колбасы, тоже вкусненькие, прочие сосиски, всякие сало, 440 рублей. У нас в семье сало едят, я не так много ем, ну, в плане сала. Также всякая разная тут рыбная продукция есть. Ну, сейчас что-то я снимаю поменьше, выбора было побольше. Видимо, подразобрали. Но обычно у них тут даже есть и живая рыба. Есть вот такая к пиву разная рыба. Какой хочешь, селедочка знатная здесь. Вот то, что могу сказать, это точно 220 рублей. Такая солененькая. А вот рыба есть, да. То есть можно и такую рыбу взять. Ну, мне жалко лично, честно скажу. Ну, прям свежайшая, так сказать. Прям оттуда сразу, не отходя, так сказать. Есть также мороженое. Даже камбала здесь продается. Карп вот 340. Скумбрия 370. Можно взять и заморозку, да. Вот такой карп, как живой. Но сейчас я вам покажу свою самую любимую вот эту лавку восхитительную, где сыры, где йогурты, майонез. Тут, ну, все такое очень вкусное домашнее. Вот сметанка домашняя. Да, йогурт стоит 200 рублей, но он реально того стоит. Он просто, это как что-то фантастическое, как будто ешь мороженое, что-то нежное. Также вот есть сыры сулугуния.
А творог 190-150, ну, то есть разные тут и жирности, и прочего. Сыр адыгейский, да, 420 рублей. Ну, рынки многие, да, аналогично скажут, подумаешь, мясо, рыба. Но я рассказываю именно про то, что мне нравится. Да, и мясо неплохое, во всяком случае, когда я брала. Но я, в принципе, сюда где-то пару раз в месяц все равно приезжаю, беру мясо и там, на шашлык, потому что семья ест, хоть я меньше. Также, видите, сыры разные тут. Можно такие найти, классические, разные-разные сорта, ну, разных производителей. Но именно вот домашний сыр совет. Домашние яички 150-120, поэтому так, ну, такие цены. Также вот адыгейские, да, 570. Ну, тут можно кусочек вам отрежут, попробовать дадут. Колобки знаменитые сыры. То есть сыры, приправы и чаи – это то, что, ну, вообще тут самый шик. Все остальное тоже очень хорошее, очень вкусно, многообразие приправ. Это вот, ну, с моего самого любимого. Также я здесь и грецкие орехи брала, и мясную продукцию, и рыбную продукцию. Ну, селедочку часто беру. По жаре, правда, честно говоря, если еще гулять иду, не хочется тащить. Также вот тут прекрасные арбузики. Есть, да. Ну, были рынки, где я показывала, где можно и еще найти дешевле по овощам, да, цены. Но именно вот по сырам мне здесь очень нравится. Конечно, сыры тут восхитительные. Сало хорошее, ну и фрукты тоже хорошие. Вот такой вот рынок, дорогие друзья. Пишите, были ли вы на этом рынке. Это на улице Дарвина находится. Нравится ли вам этот рынок? Если были, что брали, когда брали. Также здесь вот фотосалон, да, раньше на другом месте немножко рядом был. Сейчас здесь. Поэтому, кому нравится, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите позитивные комментарии, темы, которые бы вы хотели еще посмотреть, хотели бы что-то узнать. Я обязательно вам все расскажу, все покажу. У меня что-то вот, да, к арбузам тянет. Вот такие вот прекрасные арбузы. Ну, недавно я, говорю, взяла прям вот в магните изумительно тоже арбуз. Лук вот такой вот весь светится. Также вот абхазские чаи тоже очень хорошие. На подарок и так можно взять с удовольствием. Ну, также, да, самое простое за 100 рублей, за 150 можно там и чуть больше по объему взять чаи. Отличный подарок для близких. Так что, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Надеюсь, что вам понравился такой небольшой обзорчик небольшого, но хорошего, доброго рынка, позитивного. Вам всегда дадут что-то попробовать, но, во всяком случае, мне никогда не отказывали. Ну, приправы мне очень нравятся. Они пахнут очень вкусно, они такие свеженькие, прекрасные, дополнят любое блюдо позитивом и ароматом, вкусом. До новых встреч! Всех обнимаю! Всем самого доброго, до свидания.